Да. Что, набивал? Да. Сколько тебе получается? Кстати, два двухкубовых шприца. Ну, тати, какие там есть. Пятерки. Ну, да, это пятерки. Тоже два. Да, ну да, давай это два. Да. Ничего, что копейки не туда. Девушка, а можно с вашей завидующей поспілкуватись? Це Українське громадське об'єднання Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Мене звуть Микола Авраменко. Добрий день. Добрий. Девушка, объясните, пожалуйста, вот такой препарат, для чего вы не используете? Можно взять? Нет, он купленный, он да, не вижу. Да, капли. Ну, для чего вы не используете? А можно узнать, на каком вопросе? Ну, я покупатель, для чего вы не используете этот препарат? Это глазные капли. Для чего вы еще используете? Ну а для чего еще? Вы не знаете? Для чего? Ну о таком комплекте примерно. Ну а для чего еще используют? Объясните мне. Вы не знаете? Не, не знаю. Во-первых, в инструкции написано за рецептом лекаря. Угу. Вы его отпускаете без рецепта. Вы прекрасно знаете, что его используют наркоманы. Колять вену этот препарат. Всем это известно. И вы его вольно отпускаете. Скажите, что не так. Вам его только что отпустили? Только что отпустили. В вашей аптеке. Вот так. Не, я в руки не дам еще это. Угу. Это я посвящение. И дальше мы едем спілкуватись в отдел охраны здоровья и прокуратуры. Ну, зараз я перезвоню начальству. Не, не звоніть. Я вам сейчас оставлю свою визитку. Я отлично делаю, что знаете, что цей препарат без рецепта не делать на скорость. Вы знаете, что кто его использует, за какой цель. То есть, мене просто це достало як людину, потому что близьку мені людину підсадили на цю гадуту. З нього спригнути фактично невозможно. Якщо не знаєте, почитайте їх там. Добре. Дякую. Добре. Це була мега аптека на вулиці Зіньківській 6.